День работников культуры в Новошахтинске отмечают 400 прекрасных специалистов. Музыканты, художники, работники парка и музея, организаторы праздников и концертов. Даже в самом маленьком поселковом клубе кипит жизнь и рождается народное творчество. Хеллоу, горожане! Ну что, давайте знакомиться. Я московский режиссер. Привет, Я буду у вас ставить небольшой перформанс и инсталляцию. Чего? Ну, праздник массовый будем с вами делать по-модному, по-столичному. Кстати сказать, эту инсценировку команда города представляла на 3-м областном слете работников культуры, где заняла почетное 1-е место. Вот и мэр города по достоинству оценил творчество работников культуры Новошахтинска. Хочу пожелать вам всем в этот праздничный день, а у нас не только праздничный день, но у нас еще и праздничный год, год культуры. А у нас еще и праздничный год, год 75-летия нашего родного города Новошахтинска. Ну и еще у нас тут... В этом году еще 2 юбилея. У нас юбилей отметит художественная школа. Юбилей отметит вот та школа, в которой мы сейчас находимся, музыкальная школа. Всех вас с праздником. Всех я вас очень люблю. Всем вам здоровья, счастья, успехов, удачи. Всего самого-самого лучшего. Игорь Николаевич вручил благодарственные письма лучшим работникам культуры города. Своих коллег от всей души поздравила начальник отдела культуры Нина Григорьевна Коновалова, отметив труд даже тех, кто регистрирует почту, составляет финансовые отчеты и наводит чистоту, потому что только единой сплоченной командой можно добиваться успехов. В этот вечер звучали самые добрые слова пожеланий в адрес культурных работников города. Всем желаю удивительных открытий. Пусть энергия все так же бьет ключом, пусть побольше интересных будет мыслей, будьте счастливы и в малом, и в большом. А выступления самодеятельных артистов стали подтверждением по-настоящему творческой работы педагогов, режиссеров, музыкантов, художников по свету. Зрители в зале были самые что ни на есть понимающие – коллеги по творчеству.